На магаданского таксиста, который приставал к 13-летней девочке, завели уголовное дело. 33-летнего мужчину обвиняют в развратных действиях без применения насилия. А это часть 2 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, днем 22 января 2021 года в Магадане обвиняемый выполнил заказ по перевозке несовершеннолетнего пассажира. Девушка посредством мобильного приложения вызвала такси для поездки по городу. В ходе передвижения водитель стал интересоваться возрастом девушки и, получив сведения о том, что ей всего 13 лет, несмотря на данное обстоятельство, стал вести с ней разговоры на сексуальные темы, интересоваться подробностями ее интимной жизни. В дальнейшем он прикасался к потерпевшей, а также просил продемонстрировать интимные части ее тела. После данного происшествия девушка незамедлительно рассказала об этом своей маме, после чего они сообщили о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по городу Магадану. По словам сотрудников ведомства, благодаря тому, что девушка и ее мама оперативно обратились в органы, злоумышленника удалось найти. Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение, а в суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Следственное управление убедительно просит родителей и законных представителей детей незамедлительно сообщать о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних в правоохранительные органы.